Выбор профессии – достаточно сложный вопрос, к которому стоит отнестись ответственно. А как современным студентам получить шанс оказаться в перспективной компании после окончания учебы? Казанский федеральный знает ответ. Так, 16 декабря Институт вычислительной математики и информационных технологий КФУ провел для своих студентов и выпускников День карьеры. С тем, чтобы наши студенты познакомились с пожеланиями, с вакансиями, ну и, соответственно, понимали, что их время обучения в Институте вычислительной математики и информационных технологий не напрасно, а те знания, которые они приобретают, будут востребованы на рынке труда. Студенты могут привлекаться к работам компаний уже сейчас, будучи студентами, но не обязательно в качестве сотрудника. Это может быть взаимодействие на уровне выполнения курсовых проектов, курсовых работ, прохождения практик, выхода на выпускную квалификационную работу, на дипломное проектирование. Мероприятие прошло в формате выставки, в рамках которой представители IT-компании рассказали студентам и абитуриентам-выпускникам о возможностях трудоустройства, также участия в проектах компании и последующего карьерного роста. А каких сотрудников они хотят видеть в своих компаниях? На самом деле, самое главное – желание. Это у нас прям входной критерий, потому что, как у нас говорят, один мотивированный сотрудник стоит там 3-4 немотивированных. Мы обращаем внимание, что именно студенты, и в том числе и в МИИТ, приходят такие заряженные, настроенные на работу. У нас достаточно много иностранных заказчиков, и поэтому вот знания в английском тоже являются плюсом. На самом деле мы не зацикливаемся, какой диплом, какое образование, какое что. Мы общаемся с человеком, да, мы видим, что он реально знает, что он реально делал, да, и как он это хорошо знает. То есть какие-то там красный диплом, не красный диплом, нам не важно, да, то есть потому что, ну, разные жизненные ситуации, разные люди, разные преподаватели. Все мы учились в университете, все мы это прекрасно понимаем. Студенты Института вычислительной математики, в свою очередь, с профессией определились сразу. Так, студентка 3-го курса в своей будущей карьере хочет видеть не только рост по карьерной лестнице, но и развиваться как личность. Ну, вообще, IT – это перспективное направление и перспективное именно в Татарстане, поэтому сюда прямая дорога. Вообще, мне это очень нравится, потому что, несмотря на то, что многие думают, что программирование IT – не очень творческая профессия, я убеждена в обратном. И мне нравится именно творчество в этом направлении. Я хочу, чтобы у меня одновременно хватало времени на все. То есть, чтобы я успевала и развиваться в плане карьеры, и развиваться творчески, и заниматься еще своими хобби. То есть, чтобы моя работа могла делать мою жизнь еще разнообразнее. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.